Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы здесь с тобой продолжаем играть в Skyrim Requiem. Вот. Нам буквально, ребят, осталось сюжета немножко. Я посмотрел именно сюжетную линию. Сколько заданий по сюжетной линии у нас идет. Осталось на самом деле чуть-чуть, потому что сама сюжетная линия в Skyrim буквально на 6-8 часов. На 6-8 часов буквально сама сюжетная линия. Вот, так что нам... Ты чё смотришь? Я тебя не боюсь, ясно? Хоть я и младше. У нас осталось немножко сюжетной линии. Вот, но мы с тобой дойдем до определенного момента, с тобой в сюжетной линии. Мы там притормозим, и я хочу помочь пойти в Кульфрику. Кульфрику хочу вступить, в его клан. Вот. Так что вот так вот. Так, мы что-то задание какое-то нам надо сдать. Глотка мира, поговорить с Тейтом там этим, ага. Ты быстро учишься, Довакин. Мне нужно изучить крик, которым некогда победили Алдуина. Кто тебе такое сказал? Кто говорил с тобой? Он был начертан на стене Алдуина. Клинки, конечно. Они всегда лезут в дела, в которых ничего не понимают. Их безрассудная самонадеянность не знает границ. Они всегда хотели отвратить драконорожденных от пути мудрости. Неужели мы ничему тебя не научили? Ты просто будешь инструментом клинков, а они будут использовать тебя в своих целях. Клинки просто хотят победить Алдуина, а ты нет? Неважно, чего я хочу. Этот крик уже использовали в прошлом, верно? И вот все началось сначала. Тебе не приходило в голову, что Алдуину не суждено поражение? Те, кто одолели его в давние времена, только отсрочили день расплаты. Они его не отменили. Если миру приходит конец, да будет так. Пусть он погибнет и возродится. Значит, ты не поможешь мне? Нет, не сейчас. Тебе нужно вернуться на путь мудрости. Что происходит? Довакин, погоди. Прости меня, я не сдержался. Я позволил эмоциям затмить мой разум. Мастер Эйнард напомнил мне о долге. Не мне принимать решение, помогать тебе или нет. Ты можешь научить меня этому крику? Нет, я не могу научить тебя этому крику. Потому что не знаю его. Он называется Драконобой, но его слова силы нам неведомы. Мы не жалеем об этой утрате. Драконобою не место в пути голоса. Если секрет крика потерян, так тогда как мне победить Алдуина? Только Партурнакс, магистр нашего ордена, может ответить на этот вопрос, если захочет. Тогда мне нужно поговорить с Партурнаксом. Ты не был готов. И все еще не готов. Но благодаря клинкам у тебя появились вопросы, на которые может ответить только Партурнакс. Почему ты еще не познакомил меня с Партурнаксом? Он живет в уединении, на самой вершине горы. Он редко говорит с нами и никогда с чужаками. Встреча с ним — великая честь. Как мне попасть на вершину горы и увидеться с ним? Только те, чей голос силен, могут найти путь. Идем.
Мы научим тебя крику, который откроет путь к Партурнаксу. Великолепно. Партурнакс. Ребят, куда идем? А куда вы идете? Пойдем. А куда вы идете-то, ребят? Тут же тупик. А, здесь дверь, ешь. Здесь дверь, оказывается. Вот это да. Лок. Изучить крик «Чистое небо». Фа. Кор. Все три слова изучаем. Я открою тебе свое знание чистого неба. Это наш последний дар тебе, Довокин. Используй его мудро. Хорошо. Чистое небо развеет туман, но только на время. Путь к Партурнаксу опасен. Нелегко его пройти. Не останавливайся. Сосредоточься на цели и достигнешь вершины. Я пошел. Лох, пока! Е! А. Я что-то не так сделал? Иди сюда, дебил. Подожди, мы что-то не так делаем. Воспользуйтесь криком «Чистое небо», чтобы освободить проход. Он не освобождается. Чистое небо. Кстати, может какой-нибудь этот изучить. Во что мы подчиняем физическую силу врагов, заставляя их хуже сражаться. Смертельный приговор. Наделяет ваши руки мощью всех стихийных элементов. Это что такое значит? Элементная ярость. Наделяет ваши руки мощью всех стихийных элементов. Так, а что делать-то, я не понял. Лох, пока! Алло! У меня не срабатывает. Я как бы удерживаю, все как надо делаю. Лох, пока! Не понимаю. Я типа удерживаю, но не знаю, что-то как-то. Лох, пока! Он, наверное, полностью силу не говорит. То есть вот этот быстрое, да, получается? Да. Только сейчас почему-то получилось. Воспользуйтесь криком «Чистое небо», чтобы освободить. Говорит с Партурнаксом.
То ли это так и надо было, то ли... То ли что? Непонятно, ребят. Какое-то повреждение дается. А, нам дебаф, подождите, а я дальше, наверное, должен с этой бежать, да, с магией? У меня дебаф на скорость. Понял, я понял, я понял, я понял, я вижу, господи. Да та, иди, ядрить тебя. Может, несколько раз надо покричать? Просто я не понимаю, система как сделана. Не знаю, тон кричит нормально. А может, каждый надо покричать? А, не знаю, ребят, короче, я стоял, кричал, 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 кричал. И... Я задолбался кричать, и как-то получилось, что она пропала. То ли баг это, то ли чё. Короче, она не пропадает почему-то сразу. И она почему-то не пропадает, ребят, сразу. Я не понимаю, это баг какой-то или чё. То есть сразу она как-то не пропадает. Я, то есть пытаюсь, кричу, кричу. Давай, разбирайся. То есть я не понял, я кричал, я задолбался, короче, стоял, кричал минут 5. Вот. Что-то как не сработало. Возможно, из-за того, что крики переработаны. Тут же как бы полностью игра переработана, ребят. Возможно, из-за того, что крики переработаны. И... Из-за того, что крики переработаны, возможно, они как-то работают некорректно. Ну, кричал я долго. Я как подальше, я знаете, что просто сделал? Подальше от нее отошел, начал на нее кричать. И вроде как сработало. Ну, очень странно это все. Это, ребят, все очень странно. Так. Соловьиный обман все равно поставим. Опять, да? Да, опять вот эта хрень. Не знаю, сейчас может сработает лучше. А, вот. Вот сейчас сработало. То есть дальше надо вставать. То есть не надо в упор прям подходить, а надо дальше вставать. Понятно. А то я в упор прям подходил. То есть надо просто подальше было отойти. Лодка мира. Где Портурнакс? Вот и Портурнакс. Дремьелок. Приветствую, Вундуник. Я Портурнакс. Ну, здорово. Кто ты? Что привело тебя на мою Струнма, мою гору? Думаю, ты знаешь, кто я. Да, Вазен. Это правда, Довакин. Прости меня. Давно я не вел тинвок с незнакомцами. Я поддался искушению растянуть наш разговор. Мне нужно изучить дракона боя. Можешь научить меня? Дрем, терпение. Есть формальности, которые должно соблюдать при первой встрече двух дов. По давней традиции, сперва говорит старейший. Слушай мой тум. Ощути его костями своими.
Борись с ним, если ты Довокин. Я сказал, Ротмулак ждет. Да, Довокин, Йол, пойми огонь, как его понимают Дов. Так, одно случай услов. Давай, Довокин, Нин-Йол, порази меня пламенем твоего Туум. А, да, Сорседофлосмуль, действительно кровь дракона. Давно мне не доводилось говорить с сородичем. Итак, тебе удалось найти меня. Нелегкая задача для Йол, смертных, даже для тех, в ком течет Довасош, кровь дракона. Чего ты хочешь от меня? Можешь научить меня дракона бою? Я ждал тебя, Прода. Не стоило тебе так далеко идти для Тинвакса старым Дова. Нет. Тебе нужно оружие против Алдуина. Так, откуда ты знаешь, что меня интересует драконобой? Алдуин Кометит. Чем еще ты можешь интересоваться? Алдуин и Довокин возвращаются вместе. Но я не знаю Туум, который ты ищешь. Кросис. Он мне неведом и не может быть ведом. Твой род, Йоре, или смертные, создали оружие против Дов. Драконов. Наш Хадриме, наш ум не может даже постичь этой концепции. Интересно, он сказал то, что откуда ты знаешь, что мне нужен драконобой? Ну вот, крик. Хотя мы сами пришли и сказали, научи меня драконобою. Как же мне тогда выучить его? Дрэм, всему свое время. Сначала вопрос к тебе. Зачем ты хочешь выучить этот Туум? Это не твое дело. Так, мне нужно остановить Алдуина. Да, Алдуин, Зейма, старший брат, одаренный, жадный и взбалмошный, как это часто бывает с первородными. Но зачем? Почему тебе нужно останавливать Алдуина? Потому что пророчество гласит, что только дракон рожденный может остановить его. Верно. Но Квастид, пророчество говорит о том, что может быть, а не о том, что должно быть. Квастид Салуак, то, что ты можешь что-то сделать, не всегда значит, что нужно это делать. У тебя нет других побуждений к действию, кроме веления Рока? Ты только игрушка в волнах Дез судьбы? Я не верю в судьбу, но я остановлю Алдуина. Итак, возможно, твоя судьба исполнится. Кто знает? Дезмат Мафус. Судьба ускользает даже от Дов, оседлавших потоки времени. Алдуин верит, что он победит, и не без причин. Рокмул. И он не глуп. Ни Мэй, Рини Гутнол, совсем нет. Вначале он был самым мудрым и прозорливым из нас.
Но ты уже довольно долго терпишь мое многословие, Кросис. Теперь я отвечу на твой вопрос. Знаешь, почему я живу здесь, на вершине Монавен, которую вы зовете Глоткой Мира? Ты сказал, что ответишь на мой вопрос. Нет, драконы любят горы, верно? Верно. Но немногие помнят, что именно здесь Алдуина победили древние языки. Варукт Унслад. Возможно, никто, кроме меня, теперь не помнит, как его одолели. Использовав крик драконобоя, да? И да, и нет. Викнус Некрон. Алдуин не был побежден окончательно. Если бы был, тебе бы не пришлось сегодня искать способа победить его. Тогда норды использовали крик драконобой, чтобы покалечить Алдуина. Но этого было недостаточно. Окмулак Унслад. Это был Кел, древний свиток. Они использовали его, чтобы забросить его в потоки времени. Ты говоришь, древние норды отправили Алдуина в будущее? Ненарочно. Некоторые надеялись, что он ушел навек. Исчез навсегда. Нее. Но я знал, Титбо Аматив. Время течет только вперед. Придет день, когда он появится вновь. Поэтому я и жил здесь. Тысячи человеческих лет я ждал. Я знал, где он появится, но не знал, когда. Как это мне поможет? Тит Крент, время было разорвано здесь из-за того, что древние норды сделали с Алдуином. Если ты принесешь тот Кел, тот древний свиток сюда, к Тидоран, временному разрыву, с древним свитком, который использовали, чтобы разорвать время, ты сможешь попасть назад, на другой конец этого разрыва. Ты сможешь узнать драконобой у тех, кто его создал. Ты знаешь, где мне найти древний свиток? Кросис, нет. Я мало знаю о том, что происходило внизу в те долгие годы, что я провел здесь. Скорее всего, ты знаешь больше, чем я. Возможно, Эсборн или Арнгейрн что-то знают. Полагайся на свой инстинкт, Давакин. Твоя кровь покажет тебе путь. Понятно. Дремьолок. Приветствую. Чё ты приветствуешь? Всё, я пошёл. Сумарк Мора. Приветствую, говорит, я скинул это. Он говорит, не, приветствую. Хотя нет никаких сундучков тут. Тайных. Я не знаю, я бы на месте разработчика данного мода положил бы какой-нибудь сундучок. Но, видимо, нет. Так, ладно. Долго болтали. Пойдем дополнительно пообщаемся с этим тогда сразу. Долго болтали, конечно, ребят. Ну, в общем, есть свиток, с помощью которого можно вернуться назад и убить Алдуина. То есть немножко во времени прыгнуть, убить Алдуина. Итак, Партурнакс говорил с тобой. Кровь дракона сильна в тебе. Он открыл тебе то, что ты хочешь знать. Он научил тебя драконобою? Нет, но он сказал, где я могу найти это знание. Да будет так.
Если он считает, что тебе нужно изучить его, мы преклонимся перед его мудростью. Я ищу древний свиток, который использовали в старину. Ты знаешь, где его найти? Мы никогда не интересовались свитками. Сами боги побоялись бы играть с такими вещами. А вот где его найти? Маги в Винтерхолде известны своим интересом к святотатственным вещам. Они могут знать что-нибудь о древнем свитке, который ты ищешь. Дыхание и сосредоточенность. Пойдемте поговорим с магами. Выяснить, где находится древний свиток. Так, с... Пойдемте. Пойдемте к магам. Так, магия, подождите. Господи. Так, Так, у нас что по весу? У нас все нормально по весу. У нас все нормально, ребят, по весу. А здесь, кстати говоря, нету, это баба. Здесь убрали. Ну, в этой, как бы... Фора баланс. Здесь нету этой бабы, просто проходишь и все. И тут просто все открывается. Зал поддержки. С кем пообщаться? На что это ты пялишься? Я ищу древний свиток. И что ты будешь с ним делать? Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Или ты просто чей-то мальчик на побегушках? Конечно, понимаю. Так у тебя он есть? Думаешь, я отдал бы его тебе, даже если бы он у меня и был? Его бы охраняли, как зеницу ока. Величайший вор в мире не смог бы добраться до него. Ой, да ладно. А если я Довокин? Что? Постой. Это ты? Это тебя звали, Седобородые. Я найду тебе все, что мы знаем о них, но это немного. Так что особо не надейся. По большей части это ложь, разбавленная слухами и домыслами. Ты мне поможешь сейчас искать, что ли, или что? А, ну да, он пошел искать. Так, нам что получается? Надо туда, в этот идти к нему. В библиотеку. Арканиум. Ты находишься в... Если ты нарушишь... А да, теперь, да. Чем могу быть полезен? И что ты будешь с ним делать? Ты хоть думал, его бы охраняли, как зенит? Что? Так что особо не надейся. По большей части это ложь, разбавленная слухами и домыслами. Так он ищет его или что? Вот, держи. Постарайся ничего на них не пролить. А, вот они. Так, бестиарий... А мне нужно их брать-то? Я не терплю, так. Если с книгами обращаются неаккуратно. Ясно? Эти книги, эта книга размышления совершенно нечитабельна. Да, это работа Септимия Сигония. Он величайший знаток природы древних свитков, но... увы. Его уже давно с нами нет. Слишком давно. Он умер? О, нет. Надеюсь, что нет. Но даже я не видел его много лет, а мы были друзьями. Он увлекся Двемерами, ушел на север, сказал, что нашел какой-то старинный артефакт, и с тех пор его никто не видел. Если захочешь его отыскать, ищи в ледяных полях. Так, нас найти Септима.
Мне удалось увидеть, что Септий Сигой, выдающийся ученый, занимающийся древними свитками, живет сейчас далеко на севере, изучает некий артефакт. Подожди, это по сюжету нам? Я знаю где, там вот, да, сзади. У нас, по-моему, бессмертие, да, есть? Ну, мы можем прыгать с любой высоты, и нам все насрать. По-моему, как-то так. Ну что, полетели? Да? У нас бессмертие, ребят. Ну, потому что я себя прокачал. Бессмертие. У меня просто по навыку, там какой-то навык я вкачал, что у меня теперь прыжки бессмертие дают. Так, это мы здесь были? Лагерь обломков кораблей. Ладно, не будем мы заходить. Всякие лагеря обломков кораблей. Кстати говоря, здесь какие-то интересные места тоже. Но как в сраке. Да, может, погоду, кстати, с помощью навыка сделать лучше. Ой. Так. Что у нас здесь? Все под контролем, мастер. Что здесь у нас? Щит магии. Щит магии. Еще недавно щит хранили в университете магии Сиродила, но несколько лет назад он пропал оттуда. Видимо, незадачливый вор так и не понял суть артефакта и решил просто от него избавиться. Я взял? Я магию какую-то новую взял или что? Или что это было? Или это... Я что-то не помню, что я взял. Я взял книгу, но в книгах нету. Я какую-то книгу взял, но это не книга. Что я взял? Наверное, какую-то магию. Я так и не понял, что я взял, ребят. Очень интересно. Так, иллюзия. Понятно. Я просто не понимаю, куда это пропала книга. Подождите, а можно откатиться еще раз? Я просто что-то про это. Момент этот что-то провахлил, я что-то не понял. Я вроде взял книгу, но... Но это типа не книга. Так, давайте сохранимся. Так, щит магии. Доспехи 0. А
А типа как щит магии. Предмет. А, вот. Что это? Я книгой защищаюсь. А что он дает? Как бы он стопроцентную что дает? Подожди. Что он дает-то? Щит магии. Увеличивает показатель брони на 100. Вы блокируете щитом на 25% больше урона. Снижает входящий урон на 30, но взамен требует вашу ману. Работает только при блокировании. Ага, показатель брони на 100. Ну, по сути, это 100 брони, да? Больше урон на 25% блокирует. И снижает входящий урон на 30. Я тебя прикрою. На. Походи. Чем могу служить тебе, мой Тан? Хотя у ней эбонитовый этот есть. Эбонитовый щит, где здоровье регенерирует сна. Попробуй, походи. Она все равно его не одевает. Нет, она его не одевает. Она его игнорирует. Почему-то. Показывай дорогу. Почему-то она его игнорирует. Ну, типа, такая прикольная штука, да, но... Это, знаете, для тех, кто... Господи, все сбилось. Ну, ядрить тебя через маковку, блять, как мне это бесит. Как мне это, ребят, бесит, это сбивание. Вот, короче говоря, это прикольная вещь, типа, не знаю. Она прикольная, но не знаю. Типа магии на 25% блокируют там эти. Так, а здесь, да успокойся ты, ядрить тебя, блядь, через маковку. Здорово. Эх, украсть. Да не боите. Жалко у него только украсть. Копай, Двемер, в потустороннее. Я познаю твое неведомое и поднимусь до твоих глубин. Что привело тебя в такую глушь? Лед сковал сердце. Проклятие Кагринака и Дагод Ура. Собрать значит знать. Основы. Двемерский ящик прячет их от меня. Но древний свиток дарует откровение глубже глубокого. Чтобы свершить открытие. У тебя есть древний свиток здесь? Я видел достаточно, чтобы узнать их материал. Сплетенный воздух. Сплетение времени. Но нет, у меня его нет. Так, а где свиток-то? Здесь. Ну, здесь. То есть в этом измерении. Мундус. Тамриэль. Относительно рядом. В космическом масштабе все близко. Так ты мне поможешь добыть древний свиток или нет? Один блок поднимает другой. Септимий даст тебе то, чего ты хочешь, но ты принеси кое-что взамен. Чё хочешь? Узри шедевр работы Двемеров, глубоко внутри величайшего их знания. Септимий — мудрец среди людей, но он полный идиот, рядом с глупейшим из Двемеров. По счастью... Они оставили свои указания к чтению древних свитков. Одно хранится по сей день в глубинах Черного предела. Ты знаешь Черный предел? Где города двемерские поныне спят, там знания секретные хранят. Где этот Черный предел? В глубине, во тьме.
тайная крепость. Башня Мзарк, Альфтанд, точка прокола первого входа, свершение. Пройди к ее краю, и черный предел лежит за ней. Но не все могут войти. Только Септимий знает о тайном ключе, чтобы ослабить замок и за камень скок. Как мне попасть внутрь? Две вещи есть для тебя. Две формы. Одна острая, другая круглая. Круглая для настройки. Двемерская музыка мягкая и тихая нужна, чтобы открыть хитроумные врата. Острый лексикон для записи. Для нас лишь груда металла, для двемеров целая библиотека знаний, но пустая. Найди Мзарк и его звездный купол. Там машинериумы прочтут свиток и возложат знания на куб. Поверь Септимию, он знает, что ты можешь знать. Господи, любители говорить как-то непонятными. Там, по-моему, это, да, сейчас появится. Нет, еще не появился. Тут вроде это должен хрен появиться. Найти древний свиток. Так, записать словарь. Затем принести. Этого еще здесь нет, тут же этот дурачок должен появиться. Так, мне куда? Альфтран, да, а мне только сюда надо. Так, сообщить этому, что с Раугурами покончено, это мы потом сообщим. Когда он выйдет из своего дома и будет там прятаться. Тогда мы сообщим. Так, а как нам туда добраться? Отсюда, наверное, от забытой пещеры, через перевал и туда. Туда. Или от этой, нет, подожди. От таверны. От таверны, ребят, идем. Так, нам куда? Нам чуть правее, да, получается? Или правее, или левее. А можно день, что ли, как-то? Уже надоел как-то эта ночь. Хотя бы что-то получше. И можно как-то этот. Может, все-таки это. Вот так. Выстрел в небо. Сейчас должна погода наладиться. А вроде бы как. Вроде бы как должна наладиться погода. Че, сожрали мужика бедного? Козлы. Охранник. Охранника сожрали. Скума, ни хрена себе. Короткая запись. Так, Адрил, иди и найди пропавших бойцовских волков до следующего состязания. Последний бой мы потеряли слишком много, а наскать на ух уже не успеем. Найди их срочно, доставь к Рейгну. Ага. Это где-то какое-то задание, ребят. Там, по-моему, делали что-то задание такое. По-моему, что-то мы делали. Ну, видите, погодка наладилась. Хорошо. Хорошо, ребят. Так. Амулет Аркея. Нам это все не надо. Так, а что мы за задание, получается, делаем? Древние знания? Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих. Да. Молодец. Альфтанд. Здесь кому-то не повезло. Неплохо. Хороший хабар. А здесь, по-моему, выйдем, да, получается? Да.
Отсюда мы с вами выйдем. Ну, пойдемте. Кто у нас здесь будет? Это нас ждать. Двеймерский металлический слиток. Можно взять, хотя я двеймерское ничего делать не буду. О, господи. Здесь прям какая-то жопа была. Смотри, сколько кровища. И люди здесь какие-то, бля, кровища-то сколько, смотри. Прям ужас. Прям кого-то тащили. Прям на мясо. Где она? Я знаю, ты хотел оставить ее себе, царь. Ты всегда ее всю себе оставляешь. Нет, должна быть еще скума. Заткнись, заткнись. Не лги мне, царь. Ты ее спрятал. Ты всегда ее у меня крадешь. А где он? Где он болтает? Какое интересное место. А как туда попасть? А как туда попасть? Я чую. О, господи. О, господи, началось опять. Да, ребят, да. Именно так. Блин, я задолбаюсь его сейчас призывать. Я чувствую. Ага. Отвали. Твоя смерть пришла, очередная драка. Так. Эксперт. А, колдовство, жерелье хватки. Теперь ты поплатишься. Чеснок. Заберем. Тут кто? А здесь кто у нас? Что? Кто это, брат? Еще один бесхвостый в поисках еды? Но этот не попал в ловушку вместе с нами. А, какой сюрприз, надо. Че, дурак, что ли? Я с тобой пообщаться хотел. Идиот. Вот идиот. Так, а я куда иду-то? А я куда вообще иду? Мне вообще не сюда, насколько я знаю. Я, насколько знаю, мне, ребят, не сюда. Но я куда-то иду. Мне интересно поизучать, я иду. Давай, вылазите. Красавчик. Поджег все. Обычный камень душ, кстати говоря, пригодится. А у этого ничего нету? Каких-нибудь камней душ? О, обычный камень душ. Кстати говоря, у них камни душ можно пофармить у них. На них, у них. Так, мастерский замок мы открыли. Адепт. Говно, говно.
В общем, все говно. Мастерский сундук, ребят, не, этот не оправдался. Реально говно. Давайте уж раз мы здесь, давайте зачистим уж, я думаю. Блин, по ним сложно еще попадать. На самом деле. Ну, конечно, здесь у них всякого, ребят, этого барахла хорошо лежит. Прям, ну... Прям... По мелочи особо. Это мы все брать не будем. Да тихо ты. По мелочи всякого говнеца вкусного много. Две мерзкая броня, шлем. Там монстр, точнее механизм. Ты кто? Двемерский защитник. Я чую слабость. Так, туда мы зайдем в дверь-то, но... Но не сейчас. Да, подождите. Пойдемте сейчас зайдем, ладно. Блин, ну знаете, чем мне как бы нравится вот эти две мирские эти руины, да, чем одновременно, ребят, не нравится. Как бы они всегда сочные. В том плане, то, что здесь всегда есть до хрена всего. Да. Сочные. Но с другой стороны, здесь всегда все такое большое. То есть, ну... Пространства много для изучения. Много пространства для изучения. Кстати, у нас что по опыту, ребят? 140 тысяч. Надо что-то вкачать. А, я же хотел эту одноручку. Да? Одноручку же надо, да, нам вкачать. Я хотел в сотку одноручку, ребят, качнуть. У нас 80. Для того, чтобы, ребят, знаете, что делать нам? Чтобы плюс 50 шанс нанести критические повреждения. 1.5x. Плюс кровотечение еще даст. Да, надо одноручку тогда вкачать. Давайте воинские. Не знаю, сколько у нас уйдет опыта. Наверное, этого еще не хватит. Наверное, надо будет еще. Да, нужно будет еще. Не хватило чуть-чуть, ребят. Буквально нужно 15 тысяч опыта, и мы вкачаем. И мы вкачаем на максимум. И мы вкачаем с тобой на максимум. Не знаю, куда я бегу, ребят. Вообще, по-моему, нам не сюда по заданию. А, нет, нам сюда по заданию. А, тогда я все правильно бежал. Я думал, что я что-то не сюда бегу. Я почему-то думал, что мне надо по заданию не сюда. Фалмерская хрень это вся. Хранитель. Сердечник Центуриона. Блин. Ну вы где там, ёшкин кот, подмога сраная. Не помогает ни хрена. Я его обобрал? Да. Где баба? Идите воюйте. Большие камни, слушайте, как много у него здесь больших этих камней.
Я их столько сейчас здесь наберу. Клиночки маленькие не достаю. Этот богоюзничает, специально залазит туда, где я его достать не могу. Козел. Так, там какой-то клинок. Так, ладно. Так, вот здесь сейчас жопа, да, будет. Так, давайте часочек подождем. О, господи. Ты кто? Понятно. Ну, уйди ты. Ого, остатки призрака. Все тяжелое. Сердечник только заберу. Стоял, караулил. Эксперт. Да блин, охренеть, сколько всего. Ну, прям сочное такое, да, ребят, все дорогое и легкое. Что самое главное, ребят, это легкое. Это для меня очень важно. Ты куда, бабенка? О, блядь, пизда. О, пизда, сейчас еще упадет ниже. Дура, блин. Все, подняли мы ее. Сердечники забираем, дорогие, по 1000. Так. И все здесь? Никакого мастерского сундука с суперресурсами. Одни экспертные, заметил. Блин, охренеть, сколько я бижутерии набрал. О, мастерство. Говно, говно. Это все брать не будем, это все тяжелое. Так, это мы все забрали. Где его там? Придурки. Оу. Так. А как туда спуститься? А как безопасно спуститься? Надеюсь, нам туда. Мужика, походу, дело мы его забили, да? По-моему, да, да? По-моему, он помер. Да. Он, видимо, не выдержал падения. Слабоват. Сколько же бижутерии всякой. Так, а что нам дальше-то? Надеюсь, нам сюда. Я просто, ребят, не знаю, куда нам точно. Так. Фалмеры здесь все вперемешку. И фалмеры, и люди. И все. Ё-моё, там еще ниже куда-то. Двемерская пластичная броня. Ну, стоит ни хрена, весит до хрена, стоит ни хрена. Че, я двоих сразу работал? Охренеть. Так, уши брать не будем. Яды только пособираем с них.
Только, ребят, яды. Так. Соль, грибочки. Сундучков у вас нет, ваших? Я чую зло. Ну, блять, все раскидал, тварь. Ненавижу тебя. Иди дальше. Сотрешь. Стиратель. О, господи, все в огне, все жопа. Давай быстрее. Испытание ваше. Так, грибочки не берем. Ну, грибов, кстати говоря, здесь у них много. Для ядов как раз таки, ребят. Основа знания малахита. Крепче стали, как работать с эбонитом. Ни хрена себе. А я хотел пройти, кстати, мимо. Они знают, как работать с эбонитом и с малахитом. Ой. Так, что у нас здесь? Уши, уши, уши. Никто не уйдет! Зельку возьмем. Ядов-то сколько у них? Так, это куда у нас? А, ледяные руины. Подожди, это, по-моему, выход наверх, да? Так, Валли. Валли убили, ребят. Валли убили. Так, здесь что у них? Все-таки вкусненько лежит. Осколки камня, гранат. Маленькая жемчужина. Скума. Серебряный слиток. Кожа. Бор. Головной. Человечье мясо заберем. Может пригодится. Так. Подожди, а здесь у нас что получается? А здесь у нас ничего, а тут типа выход назад, да, там. Видимо, как-то так. Да блин. Да ё-моё, я их не вижу просто, твари. Этих тварей просто не вижу, ребят. Нахрена их тут? Посох этот заберем. Уж оставим. Так. Ни одного сундука, заметьте. Что-то там один сундучок нашли, и все. И все, и больше мы ничего не видели. Да, долго мы идем, слушайте, супер длинный данж какой-то. Супер длинный данж. Собор. Дошли до собора. Сохранимся. Так. Я чую слабость. Мне здесь, да, еще 500 лет бежать. Что там происходит? А, они на нажимные пластины наступают.
Да, там большой папашка. Да. Что у нас по опыту? 13 тысяч. Воин. Ребят, еще надо накопить 3 тысячи, и мы поднимем одноручное оружие до сотки. Давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим, ребят. Дойдем. Наконец-то. Вот. Разделим данжет на две части. Потому что долго что-то тут все болтали, пока бегаешь туда-сюда. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.